Первое, то, что я здесь вижу, это чек. 8154 рубля. Высыпаем! О, боже! О, упала туда! Ребята, всем привет! И сейчас мы идем, знаете, куда? В секретный магазин, где все для слаймов. Короче, мы сейчас там проходили, спрашивали у охранника, где, короче, этот магазин. И говорят, проходите, а куда ты идешь, не пойму. Нашли. Здрасте. Маша, Маша. Какую радугу я хотела. Вон она большая радуга. О, смотри, мишки. Ой-ой-ой, да, как мармеладки разных цветов. Но я что-то не вижу. Ты видишь маршмеллоу шарик? Фимы разные. Я вообще тебе сказала. Вот тут я такие хотела. А, такие? Да. Посыпка вот тут еще. Вот такая посыпка, как хвостики какие-то, что ли. Это как кондитерская посыпка. Да, вот такую тоже можно взять. Но вот цветам красивая. Мне даже не очень. Она красивая, похожа на гречку, как вот эта гречка. А эта посыпка, она распределена на цветы. Это прикольно. Эти. Есть вот розовые, смотри, какие красивые. Да, вот эти розовые. Ну, коричневые не очень, да? Зеленые, зеленые. Желтенькие красивые. Зеленые. А, ну, дороговато, конечно. Да, вот это клеем тоже не будем брать. У нас просто тупо в чемоданчик найдет. Посыпки у нас очень много. Я хочу вот такую посыпку, потому что на Алиэкспрессе я не могу. Ну, вот давай вот возьмем такие. Ну, давай. Пошлите глину возьмем, чтобы быстро это было. Ну, давай. Мы, наверное, его возьмем больше. Это вот совсем маленькая упаковка. Давай 10 пачек возьмем, Маша. 10 пачек, это будет 3000 рублей. 10. А это сколько евро? 3000, это где-то 80, наверное, евро. Ароматизатор, смотри. Да, я заметил, что данные каждого цвета. Слюду надо? У меня есть слюда. У тебя каких цветов? Ну, там вообще разные все цвета. Ну, у тебя же там совсем по чуть-чуть, по маленьким вот таким. Давай возьмем два каких-то. Ну, давай. Я хочу вот розовый и голубой. Нет, и желтый. А у нас что-то все получается розовое и желтое. Да? Да. Ну, тогда давай розовый и синий. Так, мы теперь возьмем глину. Ты думаешь, вот это лучше или это? Или это без разницы, одинаково? Нет. Вот это вот еще и кошечка есть. Нет, вот это возьмем. Тут много. Хотя да, тут, наверное, одинаково, 100 грамм, это, да? Это, смотри, она прям полностью такая толстая упаковка. Я заказала на Алиэкспрессе. Вот, конечно, получается доставка дороже. А ты хочешь в клей? Нет, я заказала вот такую, с таким лицом. Ну, давай возьмем вот одну вот такую какую-нибудь, а то такую я. Ну, это мало, наверное, совсем. Давай возьмем такие цвета нейтральные. Я заказала еще на Алиэкспресс. Можно красный, белый желтый. Взять? Ну, я белый тоже заказала, большие упаковки. Я хочу желтенький. Желтенький можно, вот такой вот неоновый можно. Не, мне такой цвет не нравится. Не нравится? Ну, вот такой есть зеленый. Нет, и монстрик я хочу. Розовый, да? Угу. Ребята, я уже приехала домой, и сейчас я вам покажу все то, что я купила. Есть такой вот пакет, он супер тяжелый. Сейчас я вам его покажу. Я не знаю, почему в этом магазине какой-то пакет от мясного магазина. Ну ладно, не спонсировано. Ладно, все, давайте. Первое, то, что я здесь вижу, это чек. Ну, здесь, короче, все написано, то, что мы купили. И нам это все со скидкой вышло
8154 рубля. И 0 копеек. Я потом после видео все равно буду проверять по этому списку, все ли нам положили, все ли нам пробили. Давайте начинать показывать. Первое, я вам покажу глину. Я купила две глины монстрик. Шоколадного цвета коричневый, коричневая глина. И глина розовая, очень красивенькая. У меня никогда не было глины монстрик, а вот это первая моя глина монстрик. Потом мы купили глину котик, и она, кстати, в целлофане в каком-то, а это без целлофана. Она бирюзового цвета. И последняя глина, это вот такие червячки, непонятно кто. Ну, короче, тоже глина, только желтая. Так, давайте дальше. Дальше это снег, Snow Wonder. Кстати, он такими крупинками странными. Ну, короче, здесь 10 галлонов. Там были пакетики по одному галлону, но мы решили взять вот так вот, 10 галлонов сразу здесь. И это самая дорогая покупка из всего. То, что мне по секрету сказали, слаймы дризлищие, получается только из американского с вот этого Snow Wonder. Но он очень дорогой, но я все-таки купила. Дальше тут уже по мелочевке разная штучка. Я купила следу 4 цвета. Голубая, очень красивая вот такая вот. Фиолетовая, оранжевая, очень красивая. И розовая, она мне больше всего нравится. Вот классная следа. Дальше я вам покажу добавку, которую я первый раз вижу. Это такие какие-то кристаллики розовые вот такие вот. И желтенькие. Я решила их попробовать. Не знаю, как они будут смотреться в слайме. Вдруг они будут колоться, выпадать. Ну, короче, взяла. А, они, кстати, под цвет моего маникюра. Очень по форме напоминают гречку. Дальше. Крошка печенья. Я так ее хотела, если честно. Здесь... Первая это оранжевая, неоновая крошка печенья. Потом коричневенькая, самая реалистичная, мне кажется. Потом фиолетовая и желтенькая. Просто я бы взяла бы побольше упаковку, вот как вот эту, но такой не было упаковки, была только вот такая маленькая упаковка коричневого. Но я взяла, короче, маленькую. Ну, я взяла по одному пакетику, потому что вдруг это будет некрасиво смотреться и будет как грязь, например. Сейчас я вам покажу то, что я очень давно хотела купить. Это очень крутые штучки. Ракушки. Я их очень давно хотела. У меня здесь есть розовые, красные, желтые, голубые, белые, очень красивые, фиолетовые и зеленые. Больше всего мне нравятся белые и розовые. Короче, классно мне теперь. Есть эти ракушки. Так, давайте дальше. Я взяла одну пачку фишболов вот таких вот красивых, малиновых, и все. Я больше не хотела фишболы брать. Просто мама мне уже заказала с Алиэкспресса, но такого цвета она не заказывала, поэтому я взяла такие красивые, очень малиновые. Я взяла посыпку, колечки вот такие. Это очень крутая посыпка, мне она очень нравится. Я ее очень давно хотела. Ароматизатор. Я взяла всего лишь один ароматизатор. Потому что, ну, как бы ко мне скоро придут ароматизаторы. Я взяла только два. Это грейп сода. Два бутылька аромата виноградной газировки. Этот ароматизатор супер круто пахнет. Вообще класс, просто бомба. Я взяла два, потому что бутыльки, ну, 10 миллилитров. Мне теперь 20. Все остальное вот это. Шармики. Давайте подойдите сюда ближе, я вам покажу их поподробнее, потому что это очень интересно. Высыпаем. О боже, а, упала туда. Все упало. Вот сколько я взяла шармиков. Здесь есть вот такая радуга супер красивая. Потом чупа-чупсы, я их очень хотела, вот такие красивые очень. Супер реалистичная Кока-Кола. Вот прям миниатюра настоящей Кока-Колы. Миленькие клубнички. Потом стаканы Starbucks. Я их очень хотела. Вот здесь прям логотип Starbucks. Чизкейк. Желейные мишки разных цветов. Есть красные, фиолетовые. Мороженки. Супер крутые ракушки. Арбузики очень красивые. Они с косточками. Буду делать слаймы на розыгрыш с этими утятками.
Так что подписывайтесь на мой лайк, на мой инстаграм и не пропустите ни один конкурс. Также здесь есть напитки очень красивые, и это здесь написано «Слезы единорога». Есть розовый такой стаканчик и белый. Очень красно. Кстати, Starbucks у меня стаканчики разных цветов. Есть вот такой синий, коричневый базовый и розовый. А, и еще есть вот такие немножко другие стаканы Starbucks. То есть, смотрите, это такие коктейли, они прям со сбитыми сливками, а этот просто стакан. Ну, я их взяла немного. Так, здесь супер милые единорожки. Зайчики. Самые милые зайчики в мире. Орео очень классные, розовые. Но мне, если честно, больше всего нравятся радуги, чупа-чупсы и зайчики. Ну и утята, конечно же. А еще, смотрите, я забрала в Москве свои наклейки. О май гад, слайм! Ура! Здесь очень много листов. И они все с наклейками. О май гад, слайм. Они все круглые, очень красивые. Я буду клеить эти наклейки на баночки. Ребята, всем привет! И настал момент, когда я определю победителей на 2 бесплатных билета на фестиваль Slime and Play, который состоится в Санкт-Петербурге 30-31 августа и 1 сентября. И давайте все-таки определять победителей. Я захожу в свое сообщество, нахожу пост. Вы видите, сколько здесь комментариев. Здесь 1600 комментариев, здесь был пост. Сейчас я буду рандомно выбирать двух победителей. Так, и это будет Егор Хук. Поздравляю тебя, Егор. Напиши мне на e-mail, либо в Instagram Дире. Лучше напиши на e-mail, потому что в Instagram я могу не заметить. И я сообщу тебе промокод. И давайте дальше. И следующий победитель это... Следующий победитель это... Участвуй, ПЖ, заметил, Лариса Чернева. Поздравляю тебя, ты выиграла тоже билет. Уху, напиши мне на e-mail и в Instagram. Ну, не расстраивайтесь, кто не выиграл. И, кстати, в моем инстаграме вы можете найти промокод, который дает вам 10% скидку на билеты. Я поздравляю победителей и, в общем, просто встретимся на Slime and Play в Эспорте. Мне осталось закупиться только клеем и все. И потом я уже открою свой магазин слаймов, который буду продавать только по городу Вильнюс. Чем сейчас я буду это все раскладывать. Раскладывать в свой любименький комодик вот здесь вот. А вы не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. И не забудьте про мои соцсети, про мой лайк, про мой инстаграм. И, кстати, я завела официальную страницу ВКонтакте, все ссылки будут в описании. Будьте подписаны на мои соцсети, потому что скоро будут конкурсы на слаймы, на призы, на миллион подписчиков в Ютубе, например. Поэтому обязательно подписывайтесь.